поздравляю с победой в центральном матче. Такую тяжелую одержали победу. Расскажите, во-первых, как вы готовились к встрече с командой из премьер-лиги? Были ли какие-то установки специальные для этой команды? Тренировок даже не было. Возможности нет, тренироваться, учеба. Только так. Да. И, как сказать, схемы никакой не было на игру, так же, как и на прошлой игре. После прошлой игры мяч даже в ногах не держали. Не трогали даже мяча. Хорошо, что выиграли. И, ну, матч выдался таким тяжелым. И, ну, почему были такие скорости, много атак, много моментов? Как вы думаете? Ну, я думаю, из-за того, что мы тренировались, и поэтому мы быстро выдохлись. Но атак все равно нормально было все. Ну, тяжеловато, да. Бегать тяжело на таком поле. Я вот лично первый раз играю, вообще сдыхал. Минуты две максимум возил на поле. Больше вообще дыхал, умерла. Ладно, вы когда забивали, выходили вперед, раз за разом позволяли сопернику сокращать разницу в счете до минимума. Почему вы совершали такие ошибки? Потому что тяжелые соперники были. Тяжело с ним было играть. Как я знаю, они в премьер-лиге. Ну, у вас уже 6 очков теперь после этой победы. Вы уже точно попадаете в стадию плей-офф. Но остался еще один матч. Будете ли, может, как-то расслабитесь перед следующим матчем? Или будете так же серьезно настраиваться? Так же против Светланы будем серьезно настраиваться. Мы намерены победить эту команду. Еще тяжелая, говорят, команда. Тоже у них 6 очков, я слышал. Сегодня 10-0 выиграли. И как раз у нас игрок. После красной карточки можно будет играть. Сегодня не было основного защитника у нас. Вот, и мне кажется, это единственная причина, почему нам не удавалось удерживать разницу в мяче. Защитник один основной, вот Арден Гордиенко. Я нападающий, старался играть в защите. Не получалось, как бы, и из-за этого тоже не удавалось удерживать счет. На следующий матч со Светланой будем настраиваться очень серьезно. Хотим выиграть. Удачи, спасибо большое.